Итак, дорогие мои друзья, сегодня 19 сентября 2015 года. Мы находимся в шикарном городе Кисловодске. Вот здесь вот минеральные источники, которые можно совершенно бесплатно прийти и попить. Смотрите, вот стаканчик берешь и бесплатно наливаешь, совершенно бесплатно наливаешь. Да, конечно. Бесплатно наливаешь водичку. Вот так, и пьешь. Смотрите, много людей здесь. Я как узнал, 2 часа в сутки всего работает этот... прихожане могут... с 7 до 9, с 11 до 2, и с 4 до 7. Вот так, смотрите, как все прекрасно. Вот, я пью водичку за ваше здоровье. Момент, я вам показываю скважину. Вот это и есть тот самый нарзан, который славится во всем мире своими целебными свойствами. Это репетиция, друзья! Бьется вдаль тропа лесная, светя звезды ранние. Буду здесь всю ночь пустая, ждать с тобой свидания. Смеешься над моею незавидной внешностью, но ведь я богат не ею, а сердечной нежностью. Свету нет судьбы печальнее, ночь к концу тебя все нету, гаснут звезды дальние. Ночь к концу тебя все нету, гаснут звезды. Прощайте, друзья! А денежки с собой. Вот и подходит к концу наше путешествие в Кисловодск. Жуткий туман. И, в общем-то, это страшно, друзья. Когда ты прешь по трассе, ничего не видишь. А водитель еще, знаете, обгоняет другие машины. Никому не советую. Вот так вот. Это мы сейчас в минеральных водах. Вон то, что за цифра. Ёжик в тумане — это я.